Украинские силовики стараются вырваться из дебальцевского котла, однако любая попытка пресекается ополченцами. Сегодня армия ДНР подорвала две колонны с боеприпасами для окруженных украинских военных. Из Дебальцева ополченцы выпустили только автомобили с ранеными. Огнем ополченцев были пресечены попытки прорыва двух колонн с боеприпасами, топливом и провизией для окруженных украинских войск Дебальцево и Артемовск. Еще три колонны с санитарными и грузовыми автомобилями, в которых вывозились раненые украинские силовики в Артемовск, в течение дня были беспрепятственно выпущены из Дебальцева. Огонь по ним наши подразделения, блокирующие трассу Дебальцево-Артемовск, не открывали. Хотя, по нашим данным, в одной из этих колонн были также эвакуированы представители штаба украинской группировки в Дебальцево.